ну и денек, но я наконец могу расслабиться. Подождите, это шутка? Сколько грязной посуды! Девочки! Ты что-то слышала? Мне не понравился ее тон. Идем посмотрим. Все в порядке, мама? Нет, конечно, нет. Посмотрите на раковину. Ого! Спокойно, мам. Спокойно? Хватит. Наведите здесь порядок, а иначе лучше вам не знать. Нам лучше ее послушать. А у меня есть другая идея. Вау, они действительно убираются, я впечатлена. Да, мам, все под контролем. Рада это слышать. Подождите секунду. Что ты делаешь? Это похоже на мой телефон? Это мой телефон! Зачем ты это сделала? Тебе конец. А, нужно бежать. А мне, видимо, это все домывать. Еда! Еда! Терпение, девочки. Я так хочу есть! Вот, пожалуйста. Это шутка? Я не ем овощи, мам. Так вкусно. Я это не буду есть, это выглядит отвратительно. Пока. Ой, что за? Это летающая цветная капуста. Ты ни за что не поверишь, что только что произошло. На меня напал овощ. Кажется, я знаю, что произошло. И она улетела. Это нужно прекратить. Подожди, у меня есть идея. Дай мне секунду. Мне понадобится большая банка. Я положу туда овощи. Затем я добавлю желе и закрою банку. И еще кое-что. Нужно наклеить стикер. Все готово. У меня есть что-то для тебя. Думаю, тебе понравится. Что это такое, мам? Это то, что я думаю? Попробуй. Ладно, поехали. Ух ты, похоже на мозги. Пахнет вроде нормально. Вау, вкусно! Это значит, что я зомби? Конечно! Что это, Жасмин? Ой, да я просто обожаю рисовать! О, я знаю! Я придумала кое-что особенное! Я растоплю шоколадные дропсы. Затем мне понадобится ложка. Я налью шоколад в форму. Отлично! Я буду использовать шоколад разных цветов. Теперь нужно подождать, пока он застынет. Это для тебя, Жасмин? Карандаши ей легко угодить. О, забавно! Давайте добавим немного желтого. Здесь что-то не так. Надо проверить. Пахнет шоколадом. Это и есть шоколад. Ты ешь мои карандаши? Наверное, я тоже попробую. Вау, как это вкусно. Мне нравится. А я знала. Ням-ням. Моя очередь. Это так скучно. А мне нравится. Что такое, девочки? Мы играем, мама. Да, я выиграла. Молодец, милая. Это нечестно! Она жульничала! И вообще, что ты делаешь? Я так горжусь тобой! Я очень зла, но все! Сейчас я им покажу! Мне понадобится жвачка! Эй, там что-то происходит! А что там? Работает каждый раз! Я приклею жвачку сюда! Мои волосы! Нет! Мама! О нет, что случилось? Мама здесь, малышка! Это жевательная резинка? Зачем ты это сделала? Не знаю, о чем ты, это не моя жвачка. Но я знаю, как помочь. Смотрите, довольно простое решение. Вам просто нужны ножницы. Щелк-щелк, ага. Не расстраивайся, я знаю, что делать. Нам нужно оливковое масло. Это должно сработать. Ты уверена? Жвачка легко отделится. А мне больше нравится мой способ. Назад! У меня есть что-то для тебя. Как раз подойдет для игры в парикмахера. Смотри, нам просто понадобится немного пластилина. Я положу его в куклу и закрою ее. Теперь самое интересное, я нажму на этот рычаг, и у куклы отрастут волосы. Вау, здорово! Нужно его подстричь. Мне нравится. Фу, по крайней мере, волосы Жасмин в безопасности. Так, на чем я остановилась? А, вот и все, никакой жвачки. Ты лучше, мам! Ведите себя хорошо. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. О, это мамино любимое телешоу. Ау, ты что пинаешься? Что там происходит? А, ты такой миленький. У-тю-тю. Привет, я тоже хочу с ним поиграть. Ты серьезно? Дай сюда, он мой. Отпусти. Прекрати. Круто. Ау. Какая интересная книга. Книжки для лузеров. О, привет. Главное, ничего не пропустить. Отлично, лосьон закончился. Нужна новая бутылочка.
Где мои деньги? Все интереснее. Думаю, этого хватит. Остальное тут полежит. Она сама напрашивается. Что это Дэвид делает? Легче, чем отнять конфетку у ребенка. Уху, неплохо. Удачный сегодня денек. Отдай это мне. Эй, что ты делаешь? Это неправильно. Положу деньги туда, где им и место. Ты огорчаешь меня, Дэвид. Наверное, ты права. Нет, ты просто отстой. Вернись немедленно, Дэвид. Нет уж, не поймаешь. Ну же. Отстань от меня. Постой, должно быть наоборот. Так-то лучше. Попался. О, мне нужно размяться. Дай мне сумку. Я реально не в форме. Давай сюда деньги. Спасибо. Попробуем еще раз. Что ты делаешь? А, поверить не могу. Я все объясню. Воришка. Нет, это не то, что ты думаешь. А ну вернись. Фух, все на месте. Мне не терпится почитать дальше. Что может быть лучше хорошей книги? А? Что это за звуки? У-ху! Какая крутая вечеринка! Это просто смешно. Не могу сконцентрироваться на книге. Обожаю эту песню! Да, классно! Я все равно их слышу. У-ху! Пойдем в бассейн! Зацените! Бомбочкой! Что это было? Вау, просто отпад! Невероятно! Только поглядите на них! И что в этом веселого? Да, Рок жив! Соло на гитаре! А? Это круче всего! Сыграю погромче! Ла-ла-ла-ла-ла! Даешь вечеринку! О, да! Давай, вот так! Что происходит? Готова танцевать круглые сутки! Окей, это мне надоело. Тихо вы! Ну все! Эй! Привет! Веселитесь! Недолго вам осталось. Я об этом позабочусь. Хе-хе, вы это заслужили. Как вам вечеринка без света? Что такое? Где музыка? Ха-ха, миссия выполнена. О, накрылась вечеринка. Пойдем. Наконец-то тишина. У-ху! Ребята, ребята, куда все делись? Это так странно. Ну ладно, пожалуй, мне пора домой. Вау! Весь день готова читать. Ох, но у меня глаза закрываются. А? Я не сплю. Может, вздремну самую малость. Мне сразу полегчает. Устроимся поудобнее. Ах, как хорошо. Что ты делаешь? Эй! Хватит меня игнорировать, Бетти! Серьезно? Проснись! Ну же! Ладно, теперь это личное. Бетти, вставай! Немедленно! Она меня достала! Просыпайся! Хватит спать! Бетти! Она это делает нарочно. Мне нужен новый план. О, придумал. Возьму эти подушки. И вот эту. Окей, кажется, я готов. Теперь потянем одеяло. Ого, она все равно спит. Ну ладно. Теперь я могу присесть. Можно расслабиться. Привет! Вот мой билет. Ладно. Можете проходить. Спасибо. Не так быстро. О, сейчас. Вот мой билет. Минутку, пожалуйста.
В чем дело? Нет, тебе нет 16. Но это дурацкое правило. Правило есть правило. Пожалуйста, впустите меня. Нет. Вы такой злой. Мне так хотелось посмотреть этот фильм. Эй, ты в порядке? Что случилось? Меня не впустили. Вау, что ты делаешь? Это еще не конец. Все будет хорошо, не плачь. Это было так унизительно. Да ладно тебе, на свете есть не только кино. Видишь, какая милая обезьянка. Это не работает. Ну же, они такие смешные. Только взгляни. Постой. Ты думаешь о том же, о чем и я? Надеюсь, да. Осторожно. Эй. Да. Что это такое? Но я не знаю. Где ваш билет? Вот он. Проходите. Спасибо. Получилось! Ты можешь вылезать. Одну минутку. Вот так. Ух, повезло. Мы отличная команда. Пора разбудить детей. Надеюсь, Бетти хорошо выспалась. О, она еще спит. Только взгляните на нее. Бетти, просыпайся. Солнышко, пора вставать. Что? Уже утро. Где мои очки? Ничего не вижу. Так лучше? Привет. О, привет, мамочка. Доброе утро. Постой. Вот тебе тортик. О, моя дорогуша. Мне так повезло, что ты есть в моей жизни. Воу, ну и ночка была. Мне нужно поспать. Нельзя, чтобы мама меня увидела. Пролезу тихо через окно. Супер, никто не видит. Она даже не узнает. Моя умница. Что ни день, то радость. Что это было? Дэвид? Что за странные звуки? Оу. Нужны глазные капли. Дэвид? Что-то здесь не так. Дэвид, ты спишь? О, как чудесно! Он такой хороший мальчик. Разбужу его помягче. Мой маленький ангелочек. Дэвид, пора просыпаться. Ты такой Соня. Вставай, милый. Нет, я хочу поспать. О, будильник. Нет, я не встану. Дэвид, успокойся. Ладно, я ухожу. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. А? Я что-то слышала. Что это? Под кроватью что-то есть. Наверное, мне просто кажется. Здравствуй, Жасмин. А, не подходи. А, что за шум? Там монстр, мама. Не волнуйся, я позабочусь об этом. Я не боюсь монстров. Вперед! Вот тебе! Бам-бам! О, прекрати! Я сдаюсь! Подожди, я узнаю этот голос. Давай посмотрим. О, сюрприз! Я просто хотела повеселиться, а теперь мне пора спать. По крайней мере, это не настоящий монстр. Моя кукла лучшая. Ты меня так раздражаешь! Нет, ты! О, да замолчи ты! Что здесь происходит? Не могу поверить, что мы вот с ней, сестры. Девочки, прекратите, я серьезно, хватит. Это она виновата, она начала. Я что? Нет, неправда, ты хуже всех. Так, все, пора спать. О, ну и ладно, больше никаких споров, спать. Спокойной ночи, мамочка. Тихо ты, подлиза, я пытаюсь спать. Ух ты, я наконец-то сюда попала. Что у нас тут? Две сестры, которые всегда ссорятся. Мне это не нравится. Нужно что-то с этим сделать. И я знаю, что. Я поменяю их телами. Посмотрим, как им это понравится. Это станет для них уроком. Возможно, они будут лучше понимать друг друга. Ну, а я повеселюсь. Ой. Отлично.
И все готово. Мне пора. Уже утро. Мне приснился такой странный сон. Подождите, это был не сон, да? Почему на мне розовая одежда? Я ненавижу розовый. Что происходит? Этого не может быть. Хватит. Что мы будем делать? Переделывать комнату. Фу, единорог, гадость. Так, это я выброшу. Я создам свою атмосферу. Так-то лучше. Мне нравятся жуткие вещи. Так вот, когда в эту игру могут играть двое. Мне нужно сделать комнату милее. Все твои вещи такие угнетающие. Лили. О, нет, не смей. Когда я это все сниму? В смысле, сердечки? Серьезно? Это выглядит ужасно. Где мрачные плакаты и летучие мыши? Вот так намного лучше. Теперь я счастлива. Я покажу тебе вот. Тебе нужен единорог. Это не так страшно. Так, ладно, летучие мыши классные, что дальше? Я ненавижу это одеяло. Ах, мой любимый цвет. Этот гроб должен стать уютнее. Мне нравится эта подушка. Как ты можешь здесь спать? Мне бы снились только розовые кошмары. Ну чего тебе? Думаю, это твое. Я не люблю пауков. О, мой паучок, давай меняться. Я скучала по тебе, моя любимая игрушка. Похоже, мой план сработал. Они не такие уж плохие. Думаю, можно их вернуть. Это будет быстро. Что за... Ты это видишь, да? Ой, что происходит? Это так странно. О, это паук. Фу, но зато я, это снова я. Я так счастлива. Да, вот это уже другое дело. Эй, как тебе комната? Не в моем стиле. Иди сюда. Ты хорошая сестра. Почему вы еще не спите? О, это так мило. Наконец-то они помирились. Моя кукла такая красивая. Мы всегда будем лучшими подружками. Звучит трагично. А мне нужна еда. Скорее бы ее привезли. А, это было быстро. Вот, пожалуйста. Наконец-то. Обожаю суши. Это моя любимая еда. Чего-то не хватает. Где палочки для еды? Не повезло. А как мне есть суши? Подождите, я поняла. Дай мне куклу. Что ты делаешь? Импровизирую. То, что нужно. Приятного аппетита. Просто идеально. Вкусно. Как ты могла? Мам, иди сюда. Ой, что случилось? Посмотри, что ты сделала с моей куклой. Что? Ты шутишь? Ноги пропали, не трогай игрушки своей сестры. Так нельзя поступать. Ой, мне все равно. Все в порядке, дорогая. Дай мне куклу. Ее придется выбросить. Хотя... у меня есть идея. Да, это может сработать. Думаю, я могу ее починить. Просто нужно сменить ей образ. Я положу ракушки на куклу. Нужно придать им форму вот так. Это последнее. Теперь мне нужно их склеить. Я налью клей сверху. Главное не пропустить ни одной ракушки. Нужно работать быстро. Я хочу добавить блестки. Я посыплю ими ракушки. Получится просто роскошно. Я почти закончила. Кукла превратилась в русалку. Посмотри, Жасмин. Не может быть! Это ты сделала, вау! Она замечательная! Ой, прости меня. Все в порядке, теперь у меня есть русалка. Я тоже хочу русалку. Мам? Без проблем, милая. Скоро у тебя будет русалка в готическом стиле. Ах, старый добрый розыгрыш со сбитыми сливками. Апчхи! Мой план провалился. Вернемся немного назад. Доброй ночи, Мишутка. Сладких снов, Пушистик. Все сестры такие отстойные. Очко! Еще один гол. Пора бы немного отдохнуть. Сладких снов, мои дорогие. Завтра будет новый день. Но ты всегда будешь моей малышкой. Ну ладно, оставлю тебя в покое. Спокойной ночи, солнышко. Завтра утром увидимся. Почему они так близки? Они как будто лучшие подруги. Вы это видите? Чушь какая-то. Меня сейчас тошнит. Я что, пустое место? Она уже уснула?
Наконец, пришло наше время. Это смоет с ее лица эту глупую улыбку. Вот так. Просыпайся! Апчхи! Я этого не заслуживаю. Упс, я случайно. Но это хотя бы вкусно. Что она задумала? Это свежий сок? Похоже на то. Спасибо. Это не для тебя, Эшли. Но тебе кажется наплевать. Откуда у нас это? Спасибо, сестренка. Она хочет съесть мою еду? Ну ладно, будем играть по твоим правилам. Время готовки. Мне точно понадобятся яйца. Похоже на желток, верно? В этом и смысл. Даже не скажешь, что он там есть. Время пришло. Эшли! Что? Ты налила мне еще один стакан? Да, сейчас она его выпьет. Что? Какой странный вкус. Возможно, я добавила немного протеина. Мне как-то стыдно. Когда уже ко мне придет вдохновение? Надо все разложить по местам. О, тут не хватает зеленого. Ха-ха! Как так вышло? Сейчас вернусь. Пока выглядит неплохо. Энни реально это сама нарисовала? Кое-кто забрал себе все творческие гены. Отстой! Но я могу все исправить. Просто поменяю картины местами. Она даже не заметит. У вас тут все в порядке? Я вернулась. Готово, смотрите. Отлично, хорошая техника. И это все? А вот это? Это уже интересно. Если прищуриться и посмотреть через очки... Я бы сказала, это настоящий шедевр. Ты можешь стать новым Пикассо. Да, но я... Спасибо. Это надо повесить на стену. Никогда не видела ничего подобного. Какая красота. Посмотрите все. Это так нечестно. Молодец, Энни. Неплохо получается. Сыра много не бывает. Еще мне нужны специи. Энни что-то готовит? Какой хороший свет. Она не будет против. Повторяйте за мной. Ингредиенты для сэндвича? Я бы перекусила. Прошу прощения. Чуть не забыла. Мне что, самой себе делать? Я просто возьму этот. Спасибо. Что тут происходит? Ну и ладно, я ухожу. Вау! Эта штука появилась из ниоткуда. Но, возможно, это ответ на мои молитвы. Это же маленький ловец бутербродов. Еще чуть-чуть. Иди сюда. Вот это совсем другое дело. Видите, ребята, а я тут обедаю. Эй, мой сэндвич пропал. Я его так долго готовила. Классно, правда? Энни, ты в камере? Улыбайся. Посмотрим. Энни сегодня здесь с нами? Кто-нибудь? Я здесь. Энни, очень хорошо. А как насчет Эшли? Кто-нибудь сегодня видел Эшли? Где же она? Привет, а вот и я. Выложу это в сторис. Так, что я пропустила? Приветик, сис.
Что с ней? Просто поразительная самоуверенность. Эй, у меня такие же кроссовки. Представляешь? Кажется, у нас хороший вкус. Вау! Ты такая смешная, Эшли. Сделаем селфи. Слава богу, это закончилось. Остался еще один урок. Надо не забыть свои особые ручки. Обожаю эти штуки. Да кому нужны письменные принадлежности? Вот ботан. Меня волнуют более важные вещи. Школьные принадлежности не входят в их число. Мне просто все равно. Эй, сюда идет Кевин. Привет. Тебе стоит завязать шнурки. О, точно. Спасибо, что предупредил. Киношка все еще в силе? А, ты тут хоть раз убиралась? Мне пора на занятие. Эй, возьми себя в руки. На самом деле, вот мой шкафчик. Видишь? О, какое облегчение. Конфет хочешь? Я люблю делиться. Спасибо. Кто-то съел мои конфеты. Как жаль, что я не единственный ребенок. Хочу новую татуировку. Вот это классная. Щекотно, надо сосредоточиться. Эй, что ты делаешь? Это что, татуировка? Ты с ума сошла? А? А, ты про это? Сейчас же все стирай. Ну вот, я никогда не буду крутой. Меня это не волнует. Так нечестно. Что случилось? Я хотела татуировку, но... А, хватит реветь, за дело. Ты всегда это носишь с собой? Не шевелись, мне не нужны неприятности. Опять. Ого, ты классная. Не верится, что у тебя есть мотик. Правда, когда за нами гналась полиция, было страшно. И когда мы через машины перепрыгивали... Ты хоть когда-нибудь затыкаешься? Это было так круто. Можешь каждый день забирать меня из школы. Время расслабиться. О, а я думала, мы вместе потусуемся. Даже не мечтай. Ладно, оставлю тебя одну. Не дави на жалость. Надо бы за ней присмотреть. Не забывай, я все вижу. Да, скучновато. Ничего интересного не происходит. Мне есть чем заняться. Я Минди, у меня кожаная куртка. О, мой единорог. Давненько я с ним не играла. Он так высоко. Ну же. Ох, еще чуть-чуть. В этот раз получится. Надо прыгнуть очень высоко. Ага, попался. Ой-ой, нет. Да что там происходит? А, пофиг. Что? Что произошло? А, надо бы это поднять. Фу, получилось. Это того стоило. Стойте, что это? Не припомню этот огонек. Надо разобраться. О, боже, не может быть. Была, не была. Фу, мне не помешало бы прибраться. Еще чуть-чуть. Нет, только не паук. Огромный волосатый паук. Бежим! Ой, моя голова! Освежающе. Это было больно. Мы еще не закончили, паук. Зато у меня есть... Ай! Да вы издеваетесь! Эй, потише там. Все настроение портишь. А? Что она делает? Ну почему она вечно все портит? Наверное, надо ее проведать. С этим ребенком всегда что-то не так. Как больно. И чего ревешь? Я ушибла палец и голову. И сейчас мне ужасно больно. И все. Вот, возьми пластырь. Тебе станет лучше. Довольно? Не совсем. Это было так больно. Ладно, выпей газировки. Спасибо. Каждый раз срабатывает. Погодите, тут пусто. Ты меня обманула. А-а-а.
Давай, а то опоздаешь. Но я не хочу в школу. Надо, ты такая миленькая. Только давай без этого, это унизительно. Нет, только не шарф. Ты же не хочешь простудиться? Эмма, это как-то слишком. Кажется, это все. Увидимся. Уже скучаю. А, какое яркое солнце. Мне это ни к чему. Я уже вся вспотела. И о чем только думала Минди. Привет, Сани. Ни за что не поверишь, что произошло. Надо сходить в магазин. А? Это что, шарф Венди? Она же замерзнет. Я лица не чувствую. Я не могу этого допустить. Уже лечу. Вот ты где. Не волнуйся, это тебя согреет. Вы знакомы? Фух, пронесло. Не снимай его. Но кто тебя просил? Ты так смешно выглядишь. Это так унизительно. Какие бы туфли надеть? Эти. Они здорово подчеркивают мой образ. Красота. Осталось взять сумочку, и я готова идти. Сюрприз! И давно ты там? Что это на тебе? Я просто пошла погулять с друзьями, но с девчонками. И ты идешь вот в этом? Я так не думаю. Что не так? Ты забыла надеть носки. Что? Нет. Надевай. Вечно ты портишь все веселье. Какая модница. Венди, постой. О, там Лили и Мэнди. Нельзя, чтобы они увидели эти носки. Надо их снять. О, мусорка здесь очень кстати. Эй, ты пришла, пойдем. Венди, постой. О, быть не может. Она сняла носки. Как же холодно. Бедняжка. С дороги. Простите. Что ты здесь делаешь? Ты портишь мне вечеринку. Как неловко. Сейчас наденем. Ножкам должно быть тепло. Печенье тоже оставь себе. Что только что произошло? Посмотри на эти носки. Она слишком заботлива. Печеньку? Не откажусь. Главное не шуметь. Вечеринка поздно ночью. Нельзя, чтобы Минди меня услышала, пока все идет хорошо. Получилось. Что за? Привет. Куда ты собираешься? Я так астрономией занимаюсь. Сегодня прохладно. Мне не холодно, поверь. Давай тебя укутаем. Это я сама связала. Не сомневаюсь. Тебе идет. Хватит! Мне не нужна шапка, или носки, или шарф. Я уже не ребенок. Класс! Шапки летают. Оставьте это себе. Я сваливаю. И зачем так кричать? Опять она слезы льет. Теперь мне стыдно. Ладно, прости. Я не хотела грубить. Ты только так говоришь. О, уютно. Смотрите, какая модница. Она мне ее не вернет. Погодите. Я просто хотела как лучше. Я знаю, что делать. Отрежу от толстовки рукав. Теперь завяжу узелок. Вот так. Самодельная шапка. Это тебе. А? Мы можем быть друзьями по шапкам. Ты серьезно? Ну ладно, я пойду. Веселись. Она хорошая девочка. Обожаю шоколад. Что мне еще нужно? А, мне определенно нужна шоколадная паста. Эмма, привет. Ты же не собираешься это есть? Это же вредно. Но очень вкусно. Вот, возьми морковку. Знаешь, оставь себе. Мне нравится вредная еда. Ты много упускаешь. Чтобы посмотреть? О, кажется, это интересно. Ха-ха, обожаю. Это нездоровое питание. Как она может все это есть?
Может, Уэнди понравится яблочко? Тебе помочь? Ого, какое аппетитное яблоко! Это уже как-то странно. Какое хрустящее! Ага. Серьезно? Какое сочное! Что ж, мне больше достанется. Я так рада вас видеть! Смотрите, что у меня есть. Венди обожает апельсины. Угадай, кто? Боже, не надо! Что ты здесь делаешь? Я думала, тебе понравится. А ты что скажешь? Кто это? Может, хватит? Пойдем, девчонки. Только представьте, скольких витаминов вы себе лишаете. Ох уж эти дети. Я приготовила тебе что-то особенное. Попробуй. По-твоему, это выглядит аппетитно? Я не шучу. Что? Но я приготовила это специально для тебя. А что же мне еще сделать? Тебя больше интересует эта игрушка. Она и правда очень красочная. Секундочку. У меня есть идея. Я знаю, как заставить Венди это съесть. Берем пустую тарелку, выкладываем помидоры вдоль края тарелки. Теперь морковка. Она будет под помидорами. Разложим полукругом. Далее немного кукурузы и горошек. Получится просто супер. Похоже на радугу. И завершим все рисом. Я бы съела. Эй, Венди! Вот это другое дело! Выглядит классно! Скорее бы попробовать! Я знала, что это сработает. Делай такое почаще. А, второй раз за неделю. Ненавижу отбывать наказание. Ладно, идем. Отлично, прямо по центру. Как будто мне больше нечем заняться. Даже учителю скучно. Я могу это исправить. Смотрите. Это отличный розыгрыш. Начинаем. Пора сделать селфи. Хэштег «длинный язык». О, здесь нельзя делать селфи. Извини, Менди. Ты можешь встать? Как я и думал. Ты знаешь правила. Никакого пирсинга в языке. О! Вытащи эту штуку. Я только что вытащил твой... О, боже! О, боже! Пока! Я ухожу. Фу! Почему у меня в руках этот язык? О, ужас! У меня совсем нет настроения. Это был тот учитель? Менди! А? Учитель только что ушел. Их нет! Отличные новости. Идем. Предлагаю сходить в кино. О, нет. А? Извините, дети, зов природы. В общем, мы были так близко, но так далеко. Как мы видим в 12 главе, главный герой в замешательстве. Именно. А потом... О, я на минутку. Что он сказал? Он ушел. Я его не вижу. Похоже, мы снова одни. Эй, вот план. Понятно? Поехали. Я нашла провода. Посмотрим. Как насчет вот этот? Да начнутся игры. Готово, Джастин. Отлично. За работу. Здесь очень уютно. Ты меня видишь? Извините. А, что происходит? Алло, как тут темно. И так жутко. Что здесь происходит? О, нет! Не сегодня, призрак! Я хочу жить! Он ушел. Жаль, что я не видел его лицо. Это было великолепно. Мы еще успеваем в кино. Ты уже прочитал вторую главу? Это просто безумие. Мне нужно перекусить. У тебя есть вкусняшки? Я тоже хочу перекусить. О, это все, что у меня есть. Эй, можно? О, хочешь? Вот, держи.
Ммм, это очень вкусно. Теперь я хочу яблоко. Ничего нет. А, ладно. Эй! Ты будешь это есть? Потому что я очень голоден. Мое яблоко. Ладно, конечно. Вот. Вау, спасибо. Здорово. Хорошо, что я взяла это с собой. Готово. Следующий. Он сказал следующий. Точно. Обожаю. Он съедает всю мою еду. Но этого он еще не видел. Он все забирает. Но ведь еду можно замаскировать. О, да. У меня есть это. Нужна только пустая бутылка из-под клея. Видите? Сюда можно наливать молоко. Никто никогда не узнает. Здорово. Теперь все готово. Это будет потрясающе. О, шоколадные хлопья. Дай сюда. Ты уверен? Я люблю есть их с клеем. Не может быть. Она сумасшедшая. Да, я ужасно люблю хлопья. У меня даже ложка большая. Меня сейчас стошнит. Точно не хочешь? Нет, это все твое. Как скажешь. Мне больше достанется. Тебе стоит обратиться к врачу. Погоди, откуда это у тебя? Это пятый вопрос. Пятый? О, а это седьмой. А мы обсуждали последнюю часть. Минуточку. Это то, о чем я думаю. Они делают шпаргалки? Нужно преподать им урок. Я подожду, пока они уйдут. Эй, это джинсы? У меня есть блестящая идея. Нужно сложить ее компактно. Вот так. Никто ничего не заподозрит. Ха-ха, есть. Идеально. Никто не смотрит, верно? Мне нужно посмотреть ответы. О, шпаргалка исчезла. Я перестарался, когда складывал ее. Она должна быть здесь. Это ищешь? Теперь она моя. Что? О, нет. Можно мне ее забрать? Я так не думаю. Придется справляться самому. А, этого я и боялся. Жаль, что я не подготовился. Мне нужно достать кое-что из шкафчика. Мне тебя не хватало. Ты выглядишь так стильно. Так и должно быть, ведь ты же моя кукла. Ты моя лучшая подруга. Только поглядите на эти золотые пряди. Мию! Нет! Моя кукла! Что ты наделала? Эй, как дела? Отдай мне это. Зачем ты так? Ты это заслужила. Надо достать мою куклу. Да! Мы выиграли чемпионат! А откуда они взялись? Они что, совсем? Ты окей? Ты цела? Не бойся, я все исправлю. Ого! Ну здесь и воняет. Ага, достала! Что? Это банановая кожура. Наконец-то! Фу, ты выглядишь ужасно. Ау, это ты. Смотри, что ты сделала с моей куклой. Нужно тебя почистить. Это не работает. Думаю, тебе нужна ванна. Пора окружить тебя заботой. Ты достойна всего самого лучшего. Я знаю, тебе понравится. Так, избавимся от грязной одежды. В этом ходить нельзя. Вот так. Добавим пузырей. Эти мятные конфеты отлично подойдут. Вау, прямо как джакузи. Не слишком горячо. Пора вылезать. А теперь, как насчет хорошего очищающего скраба? Использую зубную щетку и пасту с древесным углем. Ого, сколько пятен! Немного щекотно, да? Я так тебе завидую! Это поможет удалить всю грязь. Совсем другое дело. Теперь вытрем тебя насухо. Нельзя, чтобы ты простудилась.
Да, ты снова чистая и красивая, не как некоторые. Учти, я все слышала. Мне не нужна кола, чтобы сделать тебя красивой. У меня есть классное чистящее средство. Попрыскаем тебя вот так. Теперь берем специальную щетку. Твоя кожа будет сиять. Попробую и я немножко. Такая мягкая. Тебе нравится? Я знаю, просто супер. Щеточка сделает всю работу. Пара минут и готово. Теперь тебе нужно обсохнуть. Отлично, ты в порядке. И от тебя так классно пахнет. А тебе помочь? О, крутая идея. Теперь время маски для лица. Устраивайся поудобнее. Выдавливаем в миску зубную пасту и добавляем блесток. Все это нужно перемешать, чтобы вышла такая паста. И наносим ее с помощью кисти. Думаю, этого хватит. Мне тоже не помешает. Быть стилистом тяжелый труд. А, можно расслабиться. Выглядит здорово. Но у нас есть дела поважнее. Нужно что-то сделать с волосами. А что, если сменить цвет? Сперва нужно сделать так, чтобы ты не испачкалась. Обернем тебя этой липкой лентой. Ты слыхала про обертывание в морские водоросли? Это будет не хуже. Вот только лента слегка более липкая. Похоже на мой прошлогодний костюм на Хэллоуин. Накрою этим твое лицо. А ну-ка, повеселимся. Пс. Эй, повернись. Серьезно, Молли? Придумай что-нибудь получше. О, я думала, сработает. Мы с ней позже разберемся. Давай покрасим твои волосы. Не шевелись. Светлые волосы тебе не идут. А вот это уже лучше. Ты будешь в восторге. Поверь мне, темные будут смотреться круче. Хорошо, пора снимать скотч. Люди платят за такое большие деньги. Ах, блаженство. Моя кожа стала такой гладкой. Эй, осторожнее. Можешь это выключить? Ах, хватит. А? Что ты делаешь? Что я делаю? Ах, снимите это с меня. Минуту. Думаю, мне пригодится цветная бумага. Нам нужны две миски с теплой водой. Начнем с розовой бумаги. Кладем ее в миску. Бумага окрасила воду в розовый цвет. Такой яркий оттенок. Теперь можно снять маску. Окунаем твои пряди в воду. Надеюсь, ты задержала дыхание. Вуаля, отлично покрасились. Теперь очередь синей краски. Окунаем в нее лишь кончики волос. Выглядит изумительно. Тебя теперь не узнать. А ты что думаешь? Неплохо, наверное. Эй, на чьей-то стороне? Зацени этот милый наряд. Он так идет к твоим волосам. Ты будешь самой красивой куклой на свете. О, только погляди. Садись, не стесняйся. О, боже, я совсем как принцесса из мультфильмов. Прилетай снова. Это натолкнуло меня на идею. Мне нужна домашняя работа по математике. Точнее, папка, в которой она лежит. Вынимаем листки бумаги. Все равно я получу пятерку. Начинаем творить. Меня вдохновила бабочка. Я хочу передать ее красоту. Нарисуем два крыла на поверхности папки. Теперь время добавить детали. Нужно разделить крылья на секции. Ого, невероятно! Вырезаем крылья вот так. И берем флакон лака для ногтей. Используем серебряный лак с блестками. Осторожно покрасим им крылья. Некоторые секции красить не будем. Теперь мне нужны зеркальные блестки. Насыпаем их поверх лака. Я выбрала розовые и серебристые. Осталось сдуть лишнее. И прошу, чудесный результат. Вот так. Можно прикреплять крылья к платью куклы. Вот это да! Ты выглядишь как сказочная фея. Мне бы такое платье. Красота. А? Не думаю, что мне удастся сделать такое же. Да я и не хочу, слишком много розового. Но и в этой одежде тебе ходить нельзя. Похоже, к списку моих талантов прибавится талант дизайнера. Вырежем круг из этого куска черной ткани. И приклеим вдоль края шнурок для обуви. Проще простого. А ну-ка. Идеально подходит. Теперь нужен пояс. Позвольте, мадам. Ну как? Ты выглядишь шикарно. Каждой девушке и каждой кукле нужно маленькое черное платье. Тебе нужна прическа. Садись вот сюда. Думаю, здесь требуются косички. Сложностей быть не должно. У меня большой опыт. Возьмем резинку для волос. Смотрится замечательно. Будто гляжу на себя в зеркало. Фу, эти кроссовки пора выкинуть. Что же нам делать? Нужно подумать. Должен быть какой-то выход.
Посмотрим. Ага, то, что нам нужно. Сейчас я возьму. Постой, что ты делаешь? Даже не думай об этом. Я серьезно. У нас нет на это времени. О, меня сейчас тошнит. Пс, эй, мне нужен лак для ногтей. Он вон там. Да, этот. Давай его сюда. Спасибо. Тебе нужно работать над навыками флирта. Это было жалкое зрелище. Так, на чем мы остановились? Преобразим эту обувь. Лак для ногтей придаст им блеска. Нужно покрыть ровным слоем. Дадим высохнуть и можно надевать. Вау! Тебе нужно на показ мод. Я горжусь тобой. И собой тоже. Ну просто как мое отражение в зеркале. Знаешь, есть другие цвета, кроме черного. Тебе нужна новая обувь. Как же быть? Так, есть идея. Возьмем эти маршмеллоу. Выглядит странно, но я знаю, что делаю. Расплавим их с помощью фена. Окей, горячо. Так дело пойдет быстрее. Чудесно пахнет. Добавим пищевого красителя. Всего несколько капель. И перемешаем. Так и хочется скушать. У, роскошно. Выливаем на стол. Нужно раскатать, чтобы вышел тонкий диск. Теперь вырежем три формы по шаблону. Из этой штуки так легко лепить. Придадим им форму сапожек. Теперь финальные штрихи. Думаю, все готово. Выглядят такими мягкими и удобными. Вау, отпад! Ты неотразима. Я превзошла саму себя. Ну уже, мы отлично поработали. Хорошо, только не говори никому. Постой, мы теперь лучшие подруги? Нет, ни в коем случае. Подружились только наши куклы. Нужно нам чаще играть вместе, чтобы им было весело. С дороги. А? А? Что такое? Поверить не могу. Мне пора отсюда. Что? У меня нет на это времени. У меня есть дела поважнее. Меня только что пробрала холодная дрожь. О, это многое объясняет. Уэнсдей, прошу. Входи. Сейчас уберем это. Чем я могу помочь? Нам нужно поговорить. У меня есть кое-что для вас. Что? Что это? Кое-что особенное. Надеюсь, вам понравится. Что происходит? Это мусор? Фу, как воняет. Отвратительно. Зачем ты это принесла? Кыш, брысь отсюда. Ух, как много мух. Что-то не так? Я собрала это специально для вас. Я так скучал по тебе. Правда? Это так мило. Я весь день о тебе думал. Ты смысл моей жизни. Ты такой романтик. Я хочу всегда быть рядом с тобой. А я мечтаю всегда быть с тобой. Ты мое счастье. Поцелуй меня. Фу, прекратите. Вот это намного важнее. Уэнсдей перешла все границы. Доставьте ее ко мне. Я хорошо заплачу. А что касается вас, влюбленной пташки, смотрите у меня. Она может грозиться, но ей не помешать нашей любви. На чем мы остановились? Думаю, ты собирался меня поцеловать. Уэнсдей знает, как испортить важный момент, но сейчас здесь только ты и я. И мне это нравится. Я всегда таю от твоих слов. Мы не должны терять времени. Ты словно читаешь мои мысли. Иди сюда. Не обращай внимания. Извини, я должен был тебе сказать. Надеюсь, никто этого не видел. Это будет наш маленький секрет. Мне нужно беречь репутацию. Ага. О, ты само очарование. Ага. А теперь завершим наш поцелуй. Постой, что это? Ты тоже это видишь, да? Не обращайте внимания. Ага. Твоя подружка зависла. Такое не каждый день увидишь. Не дождаться мне поцелуя. Привет, вещь. Как дела? О, я просто смотрю на работу маляра. В этом есть что-то успокаивающее. А еще это шанс повеселиться. Ты знаешь, что делать. Нужно действовать быстро. Нельзя, чтобы он тебя увидел. Вот так. Кинь кошелек в его сторону. Так, чтобы он его заметил. А, что это было? Ого, кошелек.
Сегодня мне везет. Я это возьму. Эй, а ну вернись. Как странно. Попробуем еще раз. О, почти удалось. Тебе так просто от меня не уйти. А ну-ка, не двигайся. Опять вырвался. Не бойся, кошелечек, я твой друг. Наконец-то он ушел. А вот теперь начинается веселье. Нужно нагреть краску. Поймал. Оно того стоило. Нужно, чтобы она засохла. Еще немножко. Отлично. У меня талант к работе с феном. Но я еще не закончила. Вынем сухую краску из ведерка и поставим внутрь банки с газировкой. Нужно, чтобы все выглядело убедительно, а не удержат засохшую краску наверху. Нельзя, чтобы она оказалась на дне. Добавим еще несколько. Окей, достаточно. Теперь возвращаем краску в ведро. Ах, какой чудесный день. Интересно, маляр уже закончил работу? Нужно посмотреть. О, вот вы где. О, что вы делаете? Тут еще столько работы. Сейчас так трудно найти хороших мастеров. Возьмите эту кисть и... Что? Все идет по плану. Эй, стоп! А ну вернись сейчас же! Куда же ты? Не смей вот так уходить! Вещь, ты здесь? Я захожу. Не бойся, никто меня не видел. Где ты? Как бы мне разыграть директрису? Надо подумать, тут нужно что-то хорошее. Здесь столько вещей, которые можно использовать. Трудно решить. Вещь, ты где? Мне нужна помощь. Эта штука только что двинулась. Ага, вот ты где. Какие хорошие приколы ты знаешь? У меня закончились идеи. Что такое? Вот здесь? Хорошо, полагаюсь на твой опыт. Постойте. Ты можешь бежать, но тебе не спрятаться. Я знала, что найду тебя рано или поздно. У тебя большие проблемы, Уэнсдэй Адамс. О, да? Это плохо. Такого нельзя допустить. Минуту. Я знаю, что делать. Мне нужны вот эти кабели. Прикрепляем их к дверной ручке. А теперь остается ждать. Тебе от меня не скрыться. Что бы я без тебя делала? Мы отличная команда. Дай пять. А теперь уходим. Уэнсдэй, где ты? Покажись. Обещаю отнестись к тебе справедливо. Ты сама делаешь себе хуже. Ну, только попадись мне. Я все равно тебя найду. Какой вкусный леденец. Думаю, я это заслужила. Разыграть директрису – дело не из легких. О, это ты, вещь. Она идет сюда? Нужно спрятаться. Нет, не сюда. Уэнсдэй, выходи, где бы ты ни пряталась. Нужно что-то делать. А? И зачем мне это? О, понятно, нужно торопиться. Я знаю, она рядом, и я это чувствую. Я думала, она здесь. Странно, похоже, я ошиблась. Ну что ж, я отлично выгляжу. Какой замечательный леденец, нужно еще купить. Надо, чтобы дети знали, в моей школе сладости запрещены. Обожаю портить им настроение. Раз уж я здесь, пора ответить зову природы. О, я весь день терпела. Кажется, я тут надолго. Ну же! Не стоило мне есть суши на заправке! О, ну и вонь. О, наконец-то! О, у меня больше нет сил. Я даже стала легче. Не советую после меня сюда заходить. Как хорошо, что меня никто не слышал. На мне перчатки, мне не нужно мыть руки. Пора заняться делами. Минутку. Это леденец? Откуда он здесь взялся? Есть только одно объяснение. Пришельцы или Уэнсдэй? Ай! Чуть не попалась, но все же она меня не увидела. Ей точно нужно есть больше клетчатки. Я своим глазам не поверила. Серьезно, после нее пришлось закрыть туалет. Правда? Им пришлось убирать его в спецкостюмах. Хорошо, что меня там не было.
Что здесь творится? Ничего, честно. Постойте, это не научная лаборатория. Где Уэнсдей? Она ушла? Вау! Ничего себе! Уэнсдей? Она самая. И я принесла конфеты. Угощайтесь. Ого, смотрится так классно! Чего же мы ждем? Дай мне! Подвинься! Устроим конфетный дождь! Да! Ты супер! Я знаю. Не забудьте оставить конфеты для Вещи. Он любит маршмеллоу и очень разозлится, если вы их все съедите. Обожаете, когда ваши друзья испытывают отвращение? Тогда вам точно понравятся эпичные пранки. Если, конечно, разыгрываете вы, а не вас. Ой, еще немного и обед. Это Джаред? Сейчас я Кевину устрою. Тихо, аккуратно. Черт. Еще чуть ближе. Шоу начинается. Вау, это твоя рука, бро. Как так вышло? Отдай, Джаред, она мне еще нужна. Эй, Джаред, ты в порядке, чувак? Я в порядке, смотри. Это был розыгрыш. Давай помогу встать. Круто. Еще на ком-нибудь попробуем. Кевин. Давай, давай. Больше ни слова. Сейчас будет немного липко. Наносим немного на стол. И кружка останется здесь навсегда. Кажется, хорошо получилось. Супер клей же. Готово. По местам. Вы не проказничали тут, верно? Нет. Хорошо, на чем я остановилась? Вот сейчас. Ничего не понимаю. Ну же, поднимайся, давай. Не получается. Ну все. О-оу. Пора прибегнуть к суперсиле. О, да. Вкусно. Ну, и как вам такое? Это мы не предусмотрели. Шарики. Лучшие друзья пранкеров. Он идет. Садись ко мне. Спасибо. Нет, мой обед. Что, черт возьми, это было? Джаред. Расслабься, это просто шутка. Уже закончилось. Сейчас вернусь. И как мне теперь это есть? Джаред выбрал шарики в качестве оружия. Я тоже умею ими пользоваться. Это нам не понадобится. Идеально подходит, не так ли? Добавим соус, и тогда он точно ничего не заметит. Посмотрим, как ему такое понравится. А вот и новая газировка. Что? Это еще что за хот-дог? Как тут не посмеяться? Просто умора, да? Как она вообще туда поместилась? Думаете, вам все можно? Только не на моем уроке, ясно? Вот это облом. Они меня еще поблагодарят за это. Я подожду.
Как сложно. Уверен, учителю даже еще скучнее, чем нам. Приступим. О, да. Как насчет помады? Здорово! Пойдем. Только очень тихо. Он крепко спит, ведь так? Ой, нет. Иди туда. Осторожно. Всего пара штришков. Наверное, щекотно. Окей, клади голову назад. Отлично. Вот это да. Давай. Мы просто гении. Успокойтесь, сейчас же. На что это вы смотрите? А надо бы в свои листочки так смотреть. Не смейся. Ага. Чё, как ботаник? Мои примеры. Ну и что? Не принимай близко к сердцу. Опс. А, спасибо. Никаких пожалуйста. Грубиян. Это мой игрушечный таракан. Поделюсь-ка им с моим другом. Сейчас ему уже не будет так весело. Поехали. Что это? Что там? Он выползает. О, черт! Какой огромный! Держи его, умоляю тебя. Он же меня сожрет! На тебе, на! Нужно бежать отсюда. Спаси меня, чувак! Итак, кто решит все примеры? Ужас! Не смотрите на нас! Нет, пожалуйста, нет! Я не выдержу такого напряжения. Ну все. Джаред! Я... О, мне жаль, бро. Вот так. Оу, посмотрим. Оу, кажется, не пишет. Ну, тогда попробуй какой-нибудь из этих. Очень предусмотрительно. Возьму, наверное, этот. Кевин! Что? Помоги мне, конец! Держи! Что? Апельсин? Лови! Упс! Что теперь? Круто прыгает! Я чувствую его ритм! Качай, апельсин! Но... Что мне с этим делать? Подели и помажь. Поделить и помазать. Хорошо, что он такой сочный. У меня уже руки устали. А дальше что? А, мисс Ховард, опять не пишет. Видите, кажется, сломался. Дай-ка я попробую. Не получается. Странно. Ладно, садись. Нет, ты меня просто спас! Тогда, ребята, перейдем на простую доску. Нет! И я такая, я вам не дурочка! Эй! Спасибо, что поделился, чувак. Ну, ты же даже не спросил! Надо же, какой наглый! О, как страшно! Все в порядке, Кев, я займусь этим. Никто не смеет обижать моих друзей.
София. У меня есть план. Ничего не понял. София? Какие классные кроссовки. Попробуй теперь в них пройтись. Когда тебя пристегнули к столу. Отлично. Ты где? О, ну, наконец-то. Смотри. Эй, как насчет догонялок? Вперед! Моя шапка! Отдай! Вау! Что там случилось? Это все из-за меня? Кажется, ты испортил вечеринку. Может, в следующий раз повезет. Что забыла. Сейчас вернусь. О, это мой шанс. Минутку. Что-то не так. О, она идет назад. Окей, я нашла кисточку. Пора нанести маску для лица. Маску для лица? Ох, ты что делаешь? Ты меня испачкала. О, извини. Ладно, пора заняться волосами. Что это на моем фене? О, какая наглость! Ладно, надо что-то с этим делать. Займемся расследованием. Я раскрою эту тайну. Окей, для начала изучим улики. Круг подозреваемых небольшой. Итак, чьи это отпечатки? Ага! Да, это она. Как бы ее проучить? О, мука! Это то, что мне нужно. Просто насыплю ее внутрь фена. Хе, кого-то ждет сюрприз. Окей, этого достаточно. Упс, не забудем выключить свет. Вот так. Ей давно пора преподать урок. Спрячусь в ванне, чтобы самой все увидеть. Это будет эпично. Так, время посушить волосы. А-а-а! В чем дело? Что происходит? Что это такое? Ха, ну и видок у тебя. Так тебе и надо. Розыгрыш получился идеальным. Да уж, с тобой не соскучишься. О, не могу поверить! Он так долго ее искал! Ты плачешь? Почему? Тут нет ничего грустного. Первый раз вижу, чтобы ты так реагировала на фильм. Ну, извини, это все гормоны. Я стала такой ранимой. О, почему эта обертка не открывается? Попробую откусить. Не сработало! О, серьезно? Теперь ты и из-за этого плачешь? Ты такая смешная и милая. Надо покрасить ногти, пока еще могу дотянуться. О нет, слишком поздно. Уже не выходит. Неужели ты плачешь из-за ногтей? Мне все время хочется есть. Нет, это мне совсем не нравится. Мне нужно что-нибудь солененькое и взбитые сливки. Почему мне хочется намазать взбитыми сливками колбасу? О, а это очень даже вкусно. А теперь поедим огурчики. Неплохо. Как насчет этой луковицы? Минутку. Берем жидкий шоколад и обсыпку. Надеваем луковицу на шампур и окунаем ее в шоколад. А теперь посыпаем вот этим. Отлично, выглядит супер вкусно. Пора ей немного отомстить. Эй, у меня для тебя вкусняшка. О, вау, спасибочки. Пахнет чудесно. Ох, кошмар, какая гадость. Ты реально купилась. Похоже, теперь твоя очередь плакать.
Лук и шоколад. Отличная комбинация. Откуда здесь весь этот мусор? Ну кто же оставляет корки на столе? Да что ж такое? И на полу тоже. Следы ведут вот сюда. Что? И даже на полке? Этот арбуз такой сочный. Ух, больше не лезет. Ты что, съела 5 арбузов подряд? Почему ты не убрала после себя? Глазам своим не верю. О, ну как она может быть такой неряхой? Ладно, надо все убрать. Упс, бутылку задела. Красный пищевой краситель. О, у меня замечательная идея. Вот так. Берем эти куски арбуза, помажу их сверху кисточкой. Хорошо мажется и выглядит здорово. Время привести план в действие. Эй, я принесла остатки арбуза. Может, захочешь его доесть? О, здорово! Спасибо очень, кстати. Ха-ха! Да, все идет как надо. А почему тебе так смешно? Стоп, откуда эта красная краска? Она у меня и на губах. В следующий раз не забудь убрать за собой. О, она уснула. Положу вот сюда фальшивого жука. А теперь разбужу ее этим перышком. Ай, единорожка, мне щекотно. О, она вот-вот проснется, надо спрятаться. А? В чем дело? Помогите, какой ужас! Ты так громко кричала. Не могу поверить, что ты меня так разыграла. Эй, твой сэндвич готов. Вот, держи. Спасибо, выглядит отлично. Ага, здорово, она сейчас откусит. Что это? Жук! Жук! Да чего смешно? Приятного аппетита. Так, я знаю, что нужно сделать. Берем глубокую миску и наливаем молока. Вот так, теперь добавим желатина. Достаточно. И немного красного пищевого красителя. Всего несколько капелек. Смешаю все вместе и дам немного застыть. Теперь мне нужна форма. Эта силиконовая формочка для торта подойдет. Но сперва нужно добавить этого фальшивого тарантула. Зальем его сверху вот так. Отлично. Теперь ничего не видно. И ставим в холодильник. Готово! Эй, я сделала крутой десерт. Угощайся. Та-да! Ух ты! Выглядит реально аппетитно. Попробую кусочек. Минутку. Что это? Нет-нет-нет! Паук! Там внутри огромный паук! Ну и кто теперь боится фальшивых жуков? Ах, я точно не зря старалась. И тогда он расплакался. Ничего себе! Не могу поверить, что она сказала ему такое. Эй, хочешь попробовать мой соус? О, как здорово! Есть идея. Самое время для розыгрыша. Эй, что это там такое? Намажу соусом вот здесь. Что? Я ничего не вижу. О, прости, там была милая собачка, но она убежала. Эй, что такое? Птичьи какашки? О, какая гадость. Подожди, я с этим разберусь. Нет! Что ты делаешь? Как ты можешь? Глазам не верю. Кажется, меня сейчас тошнит. Успокойся. Это был прикол. Просто немного соуса. Ох, слава богу. А я и впрямь поверила. Классный розыгрыш. Вот, хочешь еще? Что ж, без проблем. Почему бы и нет? А, где мы? Ух ты, посмотри. Это так здорово. Скорее хочу начать. Но есть одна вещь, которую я должна сделать. Убрать это. Продается? Больше нет. У меня большие планы. О, осторожнее с ножницами. Я просто уберу ленту. Это ведь не так сложно, правда? Ты всегда драматизируешь. Что скажешь, куколка? Готова к грандиозному ремонту? Я думаю, они обе готовы. Давайте осмотримся. Тут много работы. Но я так хочу спать. Уже почти время.
нам нужно отдохнуть. Но мы не можем спать на полу. Ты думаешь о том же, о чем и я? Приступаем к работе. У меня есть кусок пенопласта. Я нарисовала на нем восьмиугольник. Теперь его нужно вырезать. Затем я нанесу слой розовой краски. После этого я обмотаю его розовой лентой. Я пройдусь по всему краю. Я приклею соломинки по краю, чтобы сделать рамку. Затем я задрапирую его тканью и добавлю немного украшений. Тут будет звезда, а к раме я привяжу бантики. Теперь я добавлю покрывало. Оно должно быть мягким и уютным. И нам понадобятся подушки. Так мило. Мне нравится. Спасибо. Я так счастлива. Давай попробуем. Ты заслуживаешь самого лучшего. Ах, как приятно. Сладких снов. Ей так удобно. А? Что не так? Подождите. Ты это видишь? Уш, уш. Вау, ничего себе. Я никогда не выхожу из дома без своей летучей мышки. Мне нравится твой стиль. До встречи, малыш. Что мы должны сделать в первую очередь? Дайте подумать. Я поняла. Я вырежу из картона несколько фигур. Тогда мне понадобится клеевой пистолет. Я нанесу клей на край основания. Мне не нужно много. Лишь тонкую линию. Затем я прикреплю сюда боковую панель. Я сделаю это по всему периметру основания. Я буду соединять части вместе, пока не получится гроб. Вот и крышка. Затем я его раскрашу. Он должен быть черным. Другие цвета не подходят. Я дам ему высохнуть. Хорошо? Отлично. Нужно украсить внутреннюю часть. У меня есть наполнитель и ткань. Из этого получится отличная кровать. Я аккуратно помещу ее в гроб. Теперь я прикреплю кружева по краям. Выглядит просто отлично. У меня есть украшение для крышки. Я прикреплю его здесь. Затем добавлю несколько драгоценных камней. Так будет красивее. Гробы могут быть стильными. Подушка будет лежать сверху. Я думаю, что это все. Я так завидую. А у меня есть только старая скучная кровать. Вау, это здорово. Вперед! Ты будешь крепко спать тут. Я закрою крышку, никто тебя не потревожит. Это так странно. Теперь я не могу спать. Мне будут сниться кошмары. Привет. О, ящерица! Это ужасно. Почему ты кричишь? О, какая прелесть. Избавься от этого. Ха-ха, ты так испугалась. Лови. О, что мне с этим делать? Подождите, я знаю. Я порву бумагу на кусочки и положу их в миску. Я хочу их намочить. Теперь нужно отжать лишнюю воду. Я хочу спрессовать бумагу и придать ей форму. Вот так. Нужно сделать это до того, как бумага высохнет. Это то, что я ищу. Затем она затвердеет. Теперь можно приступать к раскрашиванию, но я собираюсь использовать клей. Вот так. Идеально. Теперь перейдем к следующей части. Я положу бумагу на вату и сверху тоже накрою фигурку ватой. Теперь нужно хорошенько ее сжать. Должно получиться что-то вроде этого. Я добавлю еще вату. Затем можно раскрашивать. Мне понадобится розовый фломастер. Это будет лицо. Черным карандашом я раскрашу туловище. Затем я приклею два глаза. Надену бант на шею. И, наконец, приклею усы. Ах, какой милый котенок. Надеюсь, это сработает. Мне нужно, чтобы ты был злым. Я верю в тебя. Ты сможешь. Отпугни ящерицу. О, привет. Похоже, у меня появился новый питомец. Получилось. Фу, ты молодец. Вау, круто. Ты просто красавица. Эй, что ты делаешь? Это моя ящерица. Нужно преобразить ее. Ей не помешает смена образа. И у меня есть как раз то, что нужно. Смотри, этот цвет тебе очень идет. Вау, ты такая стильная. Теперь твои глаза будут сверкать. Очень стильно. Ты выглядишь просто замечательно. Но это еще не все. Добавим еще шипы. О да, так намного лучше. И тебе понадобится ошейник. Эта проволока отлично подойдет. И я прикреплю к ней цепочку. Думаю, все готово. Взгляните. Круто, да? Пора прогуляться. Вот так. Это лучше, чем собака. Все будут делать тебе комплименты. Да, мне нравится. Кто самая лучшая ящерица? Я так хочу пить. Ах, так-то лучше. А, что это за запах? О, я воняю. Это точно. Я скоро вернусь. Как неловко. Это не займет много времени. Плюх-плюх. Это так расслабляет. Ах, мне это было нужно. О-о, я выпила слишком много воды. Мне нужно в туалет. Где он?
Это чрезвычайная ситуация. А? Звучит не очень. Но я так хорошо проводила время. Я уже в пути. Ты в порядке? Что это? Думаю, что смогу это использовать. Прости, уточка. Но мне нужно отрезать тебе голову. Отлично. Теперь мне понадобится желтая глина для лепки. Я разомну ее и сделаю из нее подставку. Я приклею к ней туловище утки. Нужно хорошо их прижать. Теперь я раскрашу это в белый цвет. Ни у кого нет желтого унитаза. Но я сделаю так, чтобы он был особенным. Я прикреплю драгоценные камни сбоку. А как насчет золота? Какой стильный унитаз! О, чуть не забыла. Тебе ведь нужно будет садиться. Теперь я могу прикрепить голову утки. Я поставлю его здесь. Мне нравится. Лучше поторопись. Я не хочу убирать за тобой. О, так-то лучше. Это так приятно. Я начала волноваться. Хорошо, что я смогла помочь. Иначе произошла бы авария. Слишком много информации. Воняет. Меня сейчас вырвет. О нет, потерпи, мы почти добрались. А, не могу дотянуться. Помоги мне. Ну уже. На это больно смотреть. Подождите, я знаю, что делать. Вперед! Я должна была подумать об этом раньше. Не смотри на меня так. Я еще не начала. Сначала я срежу верхнюю часть бутылки, затем раскрашу ее в черный цвет. Мне понадобится кусок черного поролона. Я вырежу из него круг. Он должен быть немного больше бутылки. Я размещу поролон сверху и приклею его. Затем я сделаю основание и соединю их вместе. Эта корона мне пригодится. Я вставлю в нее красный шар. Мне понадобится немного фиолетовой глины для лепки. Нужно размять ее и скатать в колбаску. Это займет какое-то время. Я соединю концы, чтобы получилась петля. А затем прикреплю ее сверху. На шар я добавлю еще кусочек глины. И еще немного. Затем необходимо покрасить все в черный цвет. Теперь это можно прикрепить к унитазу. Но я еще не закончила. Я добавлю звезды и луны. То же самое я сделаю и с основанием. Осталось только добавить цепь. И все. Идеальное место – это именно то, что тебе нужно. Подождите, тебя же тошнило. Я увлеклась. О, не смотри на меня. Это ужасно. Не осуждай. Мне так скучно. Ты меня рассмешил, Лео. О нет, мой карандаш. А, это так раздражает. А, что он делает? Это как раз то, что мне нужно. Сначала нужно снять крышку с коробки. Затем я приклею точилку к нижней стороне и верну коробочку на место. Теперь мне нужен клеевой пистолет. Я нанесу клей на боковую поверхность коробки и прикреплю палочку для мороженого. Я подожду, пока клей застынет. Теперь я вырежу полукруг из пенопласта. Я добавлю еще клея на основание коробочки. И приклею пенопласт. Вот так. Я оберну коробочку цветным картоном. Сверху я добавлю еще пенопласта. Отлично. Потом я добавлю несколько украшений. Я хочу сделать милую и улыбающуюся мордочку. Затем я приклею посыпку. Получилось мороженое. Но это еще не все. Я могу использовать его как точилку для карандашей. Красиво и практично. Вся стружка будет оставаться в коробочке. Я увлеклась. Нужно вести себя спокойнее. Точилка чувствует мой страх. Вот так. Вы что, издеваетесь? Это так раздражает. Ха, я знал, что так и будет. Зато у меня есть точилка. Сегодня пишем контрольную. Разговаривать запрещено. Я буду наблюдать за вами. У меня хорошее предчувствие. У меня тоже. Правда? У тебя? Посмотрим. Я напишу контрольную на отлично. Да, посмотрим. А теперь пора списывать. Эй, пошел вон. О, какая ты зануда. Эй, что я сказал? У меня нет на это времени. К счастью, я всегда наготове. Мне должны поставить пятерку только за умение списывать. А, в чем дело? Эй, учитель, сюда. Что ты делаешь, Лео? Наблюдаю за птицами. Прекрати. Вы меня знаете, я прилежный студент. Ага, конечно. О, мороженое. Эй, Джули. Что такое? Хочешь поменяться? Я так не думаю. Я надеялся, что это сработает, но я не собираюсь сдаваться. Выглядит так аппетитно.
Он знает, что это мое слабое место. Отлично, я возьму мороженое. Дай сюда. Вот, возьми мою линейку. Это того стоило. Как же я люблю мороженое. Подождите-ка. Кажется, у меня появилась идея. Но мне нужно еще несколько палочек и фломастеры. Я раскрашу палочки для мороженого, пока они мне не нужны. Теперь мне понадобится полоска из картона. Я нарисовала на ней две фигурки. Мне нужно будет их вырезать. Теперь я положу одну из палочек для мороженого вот тут. Мне понадобится линейка. Я сделаю разметку на палочке для мороженого, совсем как на линейке. Теперь я нарисую тут мордочку. Замечательно! Получилась восхитительная линейка, и ее было так просто сделать. Эй, что скажешь? Шш, мне нужно сосредоточиться. Что за... Эй! Упс, прости. Она обманула меня и забрала мое мороженое. Мне нужно закончить с контрольной. О, посмотрите на эти линейки. Руки прочь. Вот это да, ладно. Я так выспался. Сегодня мы изучаем лошадей. Надеюсь, это вдохновит вас. Я хочу, чтобы вы нарисовали лошадь. Отлично. Нужно взять фломастеры. Что же мне использовать? Есть. Не могу их найти. О, посмотрите, это как раз то, что мне нужно. Подождите. Понятия не имею, о чем ты. Куда делись мои фломастеры? Они были здесь. О, воришка, это мое. Что? Я тебя не слышу. Говори громче. Подожди. Кажется, у меня появилась идея. Пора приступать. Мне понадобятся ножницы. Я отрежу верхнюю часть ватной палочки. Теперь мне понадобится бумага. Я оберну ее вокруг палочки. Вот так. Я закреплю бумагу с помощью скотча. Выглядит неплохо, но это еще не все. Теперь мне понадобится синий картон. И еще немного скотча. Я обклею им картон. Идеально, то, что нужно. То же самое я проделаю с другими палочками. Я буду использовать разноцветный картон. Затем я окуну палочку в краску. Цвет картона будет соответствовать цвету краски. Нужно, чтобы ватная палочка хорошенько пропиталась краской. И теперь у меня есть собственные самодельные фломастеры. На-на, Лео. Я начну с синего. О, я забыл, что у меня есть это. Вау, иногда я сам себя удивляю. Я прирожденный художник. Надеюсь, мне повезет. Я нарисую два круга, затем я поменяю цвет. Теперь можно раскрашивать. Время на исходе. Осталось 5 минут. О, мне нужно поторопиться. Я вас не подведу. О, хорошо. Ну же, я не умею работать под давлением. Время вышло. Покажите свои рисунки. Смотрите, надеюсь, вам понравится. Прекрасно, Джули. Все начиналось так хорошо. Это ведь считается. Ух, не знаю, что сказать. Ты попытался. О, очень хорошо, я впечатлен. Обожаю уроки математики. Это мой любимый предмет. Внимательнее, ребята, попробуйте решить этот пример. Он очень сложный. Вперед! Эмма, где мой карандаш? Он точно был где-то здесь. Может быть, он в моем рюкзаке? Нужно посмотреть. Нет, его здесь нет. Стоп, вот он. Маленький негодяй. Думал, сможешь сбежать? Да, хорошая попытка. Ладно, за работу. Есть. Это было слишком просто. Подождите, я ошибся. Нужно исправить цифру. У меня нет ластика. Нет, это катастрофа! Мне срочно нужен ластик! Мой рюкзак! Круто! Боксерская перчатка! Сосредоточься, Лео! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Нет ничего! Что мне делать? Ты так драматизируешь! Подожди, посмотри на этот коробок спичек! Интересно? Думаю, я смогу это использовать! Эй, Лео, тебе нужен ластик? Думаю, я смогу тебе помочь. Сначала нужно убрать отсюда спички. Это было просто. Теперь можно закрыть коробок. Мне понадобятся еще коробки. Здесь я приклею цветной картон. Теперь мне понадобится клей. Я нанесу его сбоку и склею коробки. Нужно подождать, пока клей застынет. Затем я нанесу еще. Сверху я поставлю еще 2 коробка. Нужно, чтобы их края совпадали. Отлично. Больше клея и больше коробков. Вот так.
Теперь можно нанести клей на верхнюю часть и немного по бокам. Я оберну коробки картоном. Торопиться не нужно. Потом я приклею на картон маленькие бусинки. С пинцетом работать намного легче. Выглядит отлично. Это последнее. Думаю, все готово. Мне не терпится показать это Лео. Что скажешь? Что это такое? Я покажу. Это маленькие ящички. О, умно! В них можно хранить канцелярские принадлежности. Это просто невероятно! Спасибо, Джули! Это как раз то, что нужно. У меня сломался карандаш. Этот день становится только хуже. Все в порядке, Лео. Просто загляни в ящик. О, отличная идея! Как интересно! Вау, как раз то, что нужно! Ты спасла меня, Джули! Что бы я без тебя делал? Это можно вернуть на место. Никогда не знаешь, что может понадобиться. Я рада, что тебе понравилось. Ребята, вот следующий пример. Он очень простой. Что за... Она что, с ума сошла? Подождите, я знаю решение! Мэтти такой классный! О, дурацкий карандаш. У меня нет времени его точить. Возьму-ка я другой карандаш. Какого? Что-то не так, Мэтью? Не волнуйся, я могу помочь. Спасибо, Стейси. А можно потише? Я тут вообще-то маникюр себе делаю. О, дай-ка мне карандаш. Пожалуйста. Тут мне поможет пилочка для ногтей. Ты не единственная, кто считает Мэтью классным. Что? Мэтью мой! Это ты так думаешь? О, нет! Все идет не очень хорошо. Я должна победить Мэнди. Готово. Вот, держи, Мэтью. Да, у меня получилось. Ну и дела. Спасибо, девочки. Подождите-ка. О, наверное, он даст мне свой номер телефона. Может, он пригласит меня на свидание. А можете наточить и эти карандаши? Что? Я все сделала. Ну что ж, я пошла. Ты никуда не пойдешь. Ни за что. Ну, пожалуйста. Не-а, ты никогда не уйдешь. Ой, ну все, пока. Нет, а ну вернись. Ага, попалась. Ты ничего не забыла? Ой, да ладно. Это несправедливо. А я так надеялась, что она об этом забудет. А вот и нет, удачи. Вот почему я ненавижу этот урок. Что ж, ничего другого не остается. Видимо, придется писать этот тест. Ну и отношения. А вот и мой шанс. К счастью, я всегда прихожу подготовленный. Зачем учить, когда можно списать? О, а это интересно. А что это делает Мэнди? Эй, и что там происходит? Пока все неплохо. Кажется, я рано обрадовалась. Ага, как дела? Какие у вас красивые очки? Так, никаких шпаргалок в моем классе. Неплохая попытка, Мэнди. А теперь заканчивай тест. Неужели она думает, что у меня только одна шпаргалка? Есть и запасные. А это довольно умно. Что за... Да она что, издевается? Ничего не понимаю. Хотя какая разница, что списывать? Так, а это странно. Смотри, что я тут нашла. Это твое? Ну что вы, я никогда раньше такого не видела. Вот, просто заберите эти случайные бумажки. Ох уж эти детки. Ах, если бы она прикладывала столько усилий, чтобы готовиться к урокам. Ну да, какая жалость. Это меня не остановит. Хорошо, что я купила эту фальшивую руку. Что-то здесь не так. Что происходит? Спокойно, она ничего не подозревает. Эй! Веди себя естественно. Что? Что только что произошло, Мэнди? А? Ах да, да, все в порядке. Все совершенно нормально. Это последнее предупреждение. Ну, подумаешь. Может, жвачка поможет мне собраться? О, вкус клубники. Что еще она там делает? Ну что, нельзя и жвачку теперь жевать? Ты же должна писать тест. Неси ее сюда. Ладно. О, кстати, я закончила тест. Вот, пожалуйста. Надеюсь, у меня там все правильно. Ой, у меня все еще эта жвачка. Хорошо. Так, интересно. Отличная работа. Ты справилась. Спасибо. Но я пойду. Наконец-то я могу отсюда выбраться. Какое облегчение. Пока. Пока, Мэнди. С этой девчонкой всегда одно и то же. Может, мне взять кусочек жвачки? Вокруг никого нет. А я уж точно заслужила небольшое угощение. Выглядит приятно. Почему бы и нет? Вкусно. Подождите-ка. Фу! Отвратительно! Это что, бумага? Да это же...
Это ответы! Она снова все списала. Просто не верится. Мэнди, остановись! Мэнди! А ну вернись! Мэнди! Нет ничего лучше хороших книг. Я люблю их больше всего на свете. Только понюхайте эту хрустящую бумагу. Быстрее бы почитать. Здравствуйте, мисс. Спасибо за рекомендации по книгам. Надеюсь, они тебе понравятся. Не терпится ими заняться. Какая милая девочка. А эта книга, вот это да. О, вот вы где. Я везде вас искала. На этом месте я остановилась в прошлый раз. Прошу прощения. Ой, извините. Вы не могли бы мне с этим помочь? О, конечно, Стейси. Видишь ли, здесь все довольно просто. Вот, смотри. О, круто, поняла. Спасибо. Всегда рада помочь. Теперь можно вернуться к книге. Что? Я потеряла страницу, на которой остановилась. Мне нельзя больше отвлекаться. Нужно найти место, чтобы спокойно дочитать эту книгу. Что-нибудь тихое. Ух ты, я еще никогда не читала ничего подобного. А, эта кабинка занята. Я тут еще побуду какое-то время. Эй, поторопитесь. Тут занято. Да что происходит? Ну вот зачем так делать? Ладно, я выхожу. Пожалуйста. Кабинка в вашем распоряжении, вот возьмите. Какая гадость. Тут вроде неплохое место. Так, нужно взять учебники для урока. Тсс, я тут читаю. Ой, извините. Да, это было странно. На, получи! Не могу оторваться. Кто это бросил? Девочки, прекратите. О, а это может мне пригодиться. Я сейчас вернусь. Так, положим книгу на стол, а теперь возьмем резинку и растянем ее по всей книге. Вот таким образом. А теперь возьмем скрепку для бумаг и поместим ее прямо на резинку. Теперь я всегда буду знать, на чем остановилась. Успокойтесь, девочки. Давайте начнем урок. Доставайте свои учебники. А, было так весело. Этот урок такой интересный. Иногда я ненавижу свои волосы. Они вечно мне мешают. А, это так раздражает. Что ты там делаешь? О, вот почему я всегда ношу ободок. Попробуй как-нибудь. Думаешь, ты тут самая умная, да? О, сообщение. Чёртовы волосы. Что он тут пишет? А, да, он хочет встретиться. Я так долго этого ждала. Минуточку. Ах, я хотел поцеловать тебя, а не твои волосы. Упс. Это же будет катастрофа. Нужно срочно что-то придумать. Наверняка есть что-то, что мне поможет. Может, вот это? Что я делаю? Мэнди! Ого, твои волосы выглядят ужасно. Ты должна мне помочь. Я ни за что не отдам тебе свой ободок. Хотя, кажется, у меня есть идея. Как насчет этих зажимов? Что? Серьезно? Ну, спасибо за помощь. И что мне с этим делать? Подождите-ка! Сначала я закручу волосы карандашом, а затем воспользуюсь зажимом, чтобы закрепить волосы на месте. Ух ты! Все вышло как нельзя лучше, теперь я вижу. Теперь ты и выглядишь отлично. Ладно, мне пора. Пока, развлекайся. Привет, извини, я немного опоздала. Денек был тот еще. Но все же я здесь. О, наконец-то это случится. Извините, ребята, но это лучше делать наедине. Вот ваши проверенные тесты. Что? Два с минусом? Вау, видимо, я совсем тупой. Держи, Стейси. Ха! Пять с плюсом. В следующий раз повезет больше. Что, правда? Вот, зацени. Ну и что ты там делаешь? Нанесем клей на оценку. Так, где же он? О, да! У меня всегда есть с собой запасной тест. Мало ли что. Ты просто носишь его с собой? А, да. А теперь наклеим его на сегодняшний тест. У меня вдруг появилось так много вопросов. Ну вот, я сдал. И кто же тут гений? Вау, оригинально. Этот плакат совсем не держится. О, ну пожалуйста, приклеивайся. Похоже, появилась работа для мистера Клея. Подвиньтесь, я с этим разберусь. Что? Поверьте, колпачок я принесу чуть позже. Один взмах клеем все исправит. Вот так. Уже можно аплодировать. О, хорошо. Совсем другое дело. Игрушка моя, отдай. Ой, этого нельзя допустить. Я знаю, что делать. Я залечу это разбитое сердце. А,
Ты тоже видишь этого странного парня? Да. А кто это вообще? Да неважно. Можешь взять игрушку. О, Мэти, спасибо. Значит, он использовал клей? Было так забавно. О, секундочку. Извини, мне нужно ответить. Алло? О, привет, Джейк. Что, вечеринка? Мы уже в пути. Что это было? Кажется, у меня возникла проблема. Я порвала колготки. Я не могу так пойти. Иди уж одна. Уверена? Ладно, пока. Пока. Хорошо тебе повеселиться. Но почему это всегда происходит со мной? Я слышал, у тебя проблема. Без паники, я знаю, что делаю. Ой, да просто разберись уже с этим. Я надеялся на реакцию получше. Итак, нанесем клей на разрыв. Так, и что дальше? Все остальное сделает клей. Он остановит стрелку. Ты меня так порадовал. Ты имеешь в виду? Вау, клей, ты всегда меня удивляешь. Можно сказать, я просто к тебе прилип. Мы знаем, что в школе может быть сложно со всеми этими контрольными, учебой и экзаменами. И чтобы вам не приходилось лишний раз беспокоиться о мелочах, мы придумали удивительные поделки и лайфхаки. А у вас есть любимый школьный лайфхак? Пожалуйста, расскажите о нем в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать веселье.